В пригороде Махачкалы в результате ДТП пострадали два человека. Это произошло в 9 утра на автодороге Астрахань-Махачкала. 49-летний житель Бабаюртовского района, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 71-летнего жителя Махачкалы. В результате ДТП водители обоих транспортных средств госпитализированы в больницу. Еще трое участников автоаварии, в том числе 4-летний ребенок, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.